Всем привет! Думаю, что все заметили, что недавно на YouTube вышел новый дизайн. Кому-то он нравится, кому-то нет. Я решил сразу на старый не менять, решил немножко подождать, думал, возможно, я привыкну, но все-таки нет. Старый дизайн все-таки был лично для меня удобнее, поэтому я решил его поменять. Ну, заодно и думаю, дай запишу об этом ролик. Вот. Менять, ребят, старый дизайн очень легко. Все это делается несколько кликов мышки и несколько секунд, я бы сказал. Так, давайте вот тут, где у вас значок, нажимаете на него, открывается менюшка. И вот тут в самом низу есть надпись «Вернуться к классическому дизайну». Нажимаете на нее. И тут вам задают вопрос, почему вы решили вернуться к старому интерфейсу. Я нажимаю, я не хочу отвечать на этот вопрос. И нажимаю «Отправить». И вот все, пожалуйста. Вот у меня уже снова старый дизайн. Тут нажимаю «Ок». Все. Я на старом дизайне. Вот так просто можно вернуть старый дизайн на YouTube. На этом все. Надеюсь, видео вам было полезным. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и до новых встреч!